Что я снимаю? Очень хочу наградить одну девочку, которая меня, когда я была на презентации, сама меня вытащила. Если бы она меня не вытащила на презентации, я бы эту жемчужину бы потеряла. Вот сама выпросила, сама попросила сертификат, а сейчас я ей уже сама дарю, потому что она уже у меня вообще. Вот я тебе дарю сертификат лидера первой ступени. Вообще лидера, но ты уже поняла, ты уже поняла, я очень хочу, чтобы ты стала лидером, ты уже 3 года со мной, очень хочу, но она станет, вот я в этом периоде 100% что ты станешь лидером, обещаешь? Я тебе не обещаю. Там еще не все остальное потом. Далее. Девочки, вы не поверили, за эти 3 года, что я сидела, что я спала. Ну как, я не спала, я работала. Я сейчас очень рада тому, что у меня в моей команде 12 квалифицированных партнеров. Это просто радость. Я на самом деле очень благодарна судьбе, что мне в эту компанию пригласила моя девочка Наида. И поэтому, ну и сертификаты нашли своих героев. Далее у меня тут вот есть следующее. Тоже очень хочу поздравить, это у меня одна ветка. Это у меня Уя Баштыкова. Я тоже плакала. Даю S3 сертификат, но с дополнением на лидера. Я знаю, что ты в этом периоде станешь лидером 100%. Потому что у тебя в Гугле, в Дагестане появились жемчужины. Невероятный вариант. Дагестан у нас тоже поменяет. S1, S2. Это очень здорово. Тоже 3 года со мной. Не пропускаем. Ни одну событие. Всегда одно событие. Вот это дает рост. И тебе дарю. Спасибо. Я вас очень люблю. Поздравляю. Еще одна у меня тут линия. Лидерская. Первая. Это у меня одна линия. Вторая у меня в Фейсбуке появилась, моя вторая линия. Я так чувствую, что эта девочка тоже у меня станет лидером, и я стану лидером второй ступени. Это просто бизнес кайф. Сертификат дарю я сразу на ней 2 штуки. Так как она не успела получить лидера, лидера тоже получишь. Первая квалификация она открыла, 1,5 года спала, потом резко проснулась, открыла квалификацию в декабре. S1, тут прочитаешь, что я так готовила для вас. И сейчас она мне в этом периоде стала лидером. Да ё-моё, вот лидером! Вот лидером это всё! А это S1? Блин, перепутала. S1, да? Кстати, это Наиле передашь. Блин. А где? Вот же мой. Нет, там S1 просто. Видишь, там S1. Надо, чтобы лидер. Сертификатов у меня на всех хватит. Команда моя. Работайте. Работайте. Все готово. Потеряла вторую сертификат. Посмотри на меня. Может, перепутала просто, наверное, Лен. Я тебе напечатала, куда так что, девочки, работайте. Девочки, давайте все знаем, мы вот здесь сфотографируемся. Не убегайте с этой компании и работайте. Ну, короче, вот как-то. Я ничего страшного, да. Квалификацию S2. В этом периоде она мне станет лидером, потому что к ней пришла Татьяна Камаева, тоже лучший продавец концов. Так что, ура! Поздравляем, ура! Я поздравляю. Нет, уже не поздравляю. Спасибо большое, Лена. Ты самый лучший наставник.